Открытое небо готовит сюрпризы для ивановцев. Военно-патриотический праздник подарит вечер живой музыки. 10 августа на аэродроме «Северный» выступит известный советский и российский рок-музыкант Найк Борзов. А вместе с ним такие коллективы, как «Брайт Таун», «Минус 30» и ансамбль «Светилин». На фестивале будут работать сразу три музыкальные сцены. По словам организаторов, ориентировочное выступление Найка Борзова запланировано на 15:00. Напомним, что в этот день гости праздника смогут увидеть летную программу пилотажной группы «Русь» и побывать на площадке «Роскосмос». Гостей поприветствует летчик-космонавт, герой России Сергей Залетин и прочитает лекцию, в которой расскажет все, что знает о космосе и космонавтах.